Дональд Бисетт. Забытый день рождения. Под ковром. Тигр и лошадь жили под ковром в гостиной. Они были закадычными друзьями. Им нравилось жить в гостиной, потому что они любили принимать гостей. В том же доме жила девочка Шейла. Однажды она спросила их: «Как это вы умещаетесь под ковром?» «Очень просто. Ведь мы воображаемые», — ответили они. «Я воображаемый тигр, а я воображаемая лошадь». «А где же твое сено?» — спросила Шейла у лошади. «Под ковром», — ответила лошадь. «Это ведь воображаемое сено». «А твои кости тоже под ковром?» — спросила она у тигра. «Кости?» «Конечно», — ответил тигр. И облизнулся. Потом он спрятался под ковер. Лошадь последовала за ним, и Шейла осталась одна. Она достала лист бумаги, нарисовала несколько кусочков сахара и сунула рисунок под ковер. Чуть погодя, она услышала похрупывание и чам-чам-чам. Лошадь ела сахар с большим удовольствием. Тогда Шейла написала на клочке бумаги записку: «Что любят тигры?» и сунула записку под ковер. Под ковром зашушукались. Затем высунулась лошадиная голова и сказала: «Бутерброды с сеном». «Ах ты, гадкая лошадь!» — сказала Шейла. «Бутерброды с сеном любят не тигры, а лошади. Пойди и спроси тигра, что он хочет». Лошадь спряталась, и вылез тигр. «А я хочу наручные часы», — сказал он, — «чтобы знать, который час». «Хорошо», — сказала Шейла. Она нарисовала часы и протянула ему, а потом нарисовала бутерброды с сеном для лошади. Тигр исчез. Но вскоре оба появились опять. «Большое-большое спасибо, Шейла», — сказали они и поцеловали ее. «Подумайте, что вам еще надо? Только скорее», — сказала Шейла. «А то мне пора уже идти спать». «Нам бы хотелось еще зонтик», — сказали тигр и лошадь. «Зонтик?» — удивилась Шейла. «Разве под ковром идет дождь?» «Ах, да, это воображаемый дождь». «Ну, конечно», — сказали они. И она нарисовала им зонтик. «Спасибо», — сказали тигр и лошадь. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответила Шейла и пошла спать. Но потом ей вдруг пришло в голову: «Наверное, ужасно обидно, когда есть новый красивый зонтик и нет дождя». И она нарисовала на большом листе бумаги дождь. Спустилась на цыпочках в гостиную и сунула дождь под ковер. Когда утром она вошла в гостиную, то очутилась по щиколотку в воде, а тигр и лошадь сидели в раскрытом зонтике и плавали в нем, как в лодке. «Наверное, я рисовала слишком много дождя», — подумала Шейла. После завтрака она опять пришла в гостиную. Мама в это время как раз подметала ковер. Ни воды, ни зонта, ни тигра, ни лошади, ничего не осталось. Шейла взяла свой альбом для рисования и нарисовала тигра и лошадь крепко спящими. Мама скоро ушла. А Шейла все сидела и глядела на огонь в камине. В гостиной было тихо-тихо, только из-под ковра доносился громкий храп.